Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и я решил сегодня отдохнуть, поиграв в Dead... Слушайте, забыл игра, как... Dying Light. Черт, забыл, как игрушка называется, охренеть. Что-то маленечко подустал я от Ведьмака. И решил расслабиться в городе, полном зомби. Сюжетная линия у меня уже пройдена. Тем не менее, здесь есть и второстепенные задания, побочные всякие там задания. Да, и просто можно побегать, повыживать среди зомби. Как вариант, конечно, можно было повыживать еще и ночью там, да. Но пока что я не настолько храбрый, чтобы выживать здесь ночью. Так, что, давай мы сейчас определимся, что нам надо и куда нам надо. Что в первую очередь мы хотим? В первую очередь мы хотим, чтобы вот эти мудаки нас не трогали. Вот что мы хотим в первую очередь. Нет, мне нужны вот... Вот они, Раиса, уроды. Так, мне надо сейчас к ним подойти, замочить. В принципе, постараюсь... Блин, что-то я вот не понимаю, конечно. Громко там, не громко, музыка слышна, вообще голос или что там слышно, не слышно. Вот просто подписчики писали, что продолжая играть в Dying Light там, да. Вот, ну да, я согласен, ребят, игрушка просто обалденная. Вот. И что-то как-то, ну, Ведьмак, он как-то меньше популярностью пользуется, нежели Dying Light. Не знаю, с чем это связано. С чем это связано, конечно. Ну, все-таки Dying Light более интересен аудитории, нежели Ведьмак. Сука, я ж слышу, там кто-то идет. Я ж слышу. То есть не надо там делать вид, что тут никого нету, ептать. Вот эти штуки пособирать там, да. Ну, их фармить, в принципе, отлично в этом, в отеле. Ой, подожди. Их в отеле прям отлично фармить. Я ж вам там показывал, как уже там, да, по отелю этому. Пробежался, собрал, выбежал. Там 5 этих сундуков есть. Вот, ну, не хочу я сейчас там фармом в отеле этим заниматься. Так, задание. Так, у нас что тут по карте? Есть какие-нибудь вообще... Так, у нас вот есть вот здесь кто-то поговорит. Муфит хочет со мной поговорить. Ну, если... Да, бляха-муха. Хочет со мной поговорить Муфит, то давайте поговорим. То есть такое имя прям... Муфит. Так, давай. Блин. Давай. Сюда. Давай паркурь. Паркурщик. О, сундучок. Может, найдем какие эти. Опять какую-то пасхалочку. Слушайте, а может быть в какую-нибудь выживалку? Мне, кстати, там рекомендовали это там. Какая-то Green Hill. Черт ее знает, что там за игрушка. Может, в нее поиграть, посмотреть, то есть, что там за выживалка такая. Так, а чё? Слушай, Муфит, ты где? Ты где-то вот здесь там, да? Чё, подожди, сюда мне надо, что ли, зайти? Стой, Муфит. Не, ну, сука, Муфит. Муфит, я тебя чё тут, блядь... Искать должен еще ходить, что ли? Ты не можешь тут? Не, ну ты где-то вон там мне показываешься, что ты есть. Сука, кнопку перепутал. Хотел вот так сделать, а нажал на кошку. Ты что, тварина? Не, подожди, а Муфит-то где, ёптать? В рот его компот. Муфит, ты вон там, что ли? Ты здесь? А, точняк, это, наверное, вот этот Муфит, да? Ты Муфит? Нет, не ты. Так, Муфит. Мне показывает, надо вниз спуститься. Что здесь есть что-нибудь? Есть, ну это хорошо. Еще тут даже что-то есть. А, ну уже вечереет. Вечереет. Ну, блин.
Очковенько. Подожди, это... Это не тот, который там говорит мне, типа, а ты слышишь? Там музыка играет. Муфит. Точно. Так, удерживайте Е, чтобы подслеживать. Давай. Отследим. Все, мы начали ее отслеживать. Вот он. Найдите, откуда звучит музыка. И вы мне предлагаете это сделать ночью, да? Так, давай-ка мы тогда... О! Я нашел, откуда музыка звучала. Вот. Вот она, все. Вот и вся музыка. Ох ты, камуфлированная армейская винтовка. Аж со 137 уроном. Ах ты ж. Какая захватывающая, заманчивая, какое предложение, да? Великолепный мачете. В топку. Современный метательный. 191, 147. Сюрикены, сюрикены в топку тогда. Да, мы все продаем. О, 148 тысяч денег. Бабла, короче, пипец. А купить нечего. Во, а купить нечего. Не, ночью я не побегу, то есть даже не это не уговариваю. Чё там типа? Все, вот уже, уже пикает. Сейчас мы буквально подождем. Ну, тут груз, тут мутант. Тут тоже грузы пособирать. Ну, тут много грузов лежит. Всякие вот эти вот. Ну, не, неохота мне вот эти. А, все, то есть уже можно это спать до утра, да? Так, подожди, это что, ночь, что ли? Нет, 10 часов спустя. Значит, утро. Значит, утро, раз 10 часов спустя. Пойдем, посмотрим, что там. Так, там, по-моему, это, где музон играет. Где играет музон, там тоже должна быть какая-то типа пасхалка там должна быть, понимаете? Типа, если я не ошибаюсь. Так. Нормально, ты, конечно, бахнулся. Сука. Ты чё, дурак? Слышь, ты чё ко мне, блядь, пристал, мудень? Нахер, я как, короче, как трусливая задница вот спрыгнул эти в канализацию в эту, пока моя аптечка там действует. Сука. Так, подлюка, ты меня бесишь. Зайти, дай. Дай зайти вовнутрь. А, все, я в безопасной зоне, да? Все, я в безопасной зоне. Так, вот здесь я что-то помню со скелетом. Вот с этой вот башкой надо ждать до вечера. Что-то вот с этим... Она должна загореться, пентаграмма. Только вот как, я не помню. А, это тайник моего игрока, да? Не помню, не помню, не помню, не помню. Не помню. Так, давай, исхак. Ты встретишься с заклятым врагом. Он давно уже тебя ждет. Ты с ним встречался? Он хотел воспользоваться моими видениями, но я не даю свой дар с таким людям, как он. С тобой другое дело. И сколько это будет стоить? Цена высока, но платить ты будешь не мне. Отправляйся к реке, там растет особая белладонна, которая видна лишь в лунном цвете. Да вы заебали. Дым от ее воскурения позволяет идущему преодолеть завесу будущего. Это все? Принеси мне несколько таких растений. А ты выключи свою музыку, она привлекает внимание. Незваным гостям сюда не попасть. Мне нужно приготовиться. То есть это мне сейчас надо опять спать, чтобы ночь настала, да? Белладонны, ночные травы. Найдите ночные травы на берегу реки. Ой, ё-моё, блин. Так, хоть на берегу какой реки-то хоть искать? Сколько там бежать до тебя?
Давай, 168 бежать, да, метров? Просто ночью, ночью, когда будет темень, и когда зомбачелы эти долбаные будут вокруг, то бежать до этой реки будет вообще прям неинтересно. Вот они. А тут еще мертвяк там, да, есть? Тут есть мертвяк. Так, давай-ка мы, может, вот сюда сгоняем. Отожмем груз. А вообще посмотрим, что там такое. Скорее всего, там какой-нибудь этот... здоровяк какой-нибудь там этот. Да? Точняк, здоровяк. С мелкими херачится. А груз где лежит? Ой, подожди, там еще этот. Так, а там блювун, рыгун, пердун. А, у меня ж хп не было. Пиздец, конечно. Достал, блядь, лук. Че, выживший погиб? Какой еще выживший? Как мог выживший погибнуть, если он погиб? Это значит уже не выживший. Че, блядь? Ты что? Все. Меч ангела. А та упала, что ли? Слышь, вы заканчиваете тут это херню страдать-то, блин. А? Чё тебе? На тебе по яйцам, по яйцам. На. Фу. Сволочи. Выживший. Да где ты опять там, кобыла беременная? А, так это тут выживший был. Я думал, это груз уже тут хотел отжать, а... это всего лишь выживший. А вот и груз. А вот и груз. Че вы перестали искриться? Ого, это ваш, блядь, на части он разнесло. Ты че там? Пережрал какой? Бобов пережрал, что ли? Разнесло его. А кто там еще визжит-то, ептать? Ой, подожди, о. Слушай, смачненько. А вот здесь же, наверное, что-нибудь есть такое, да? Типа там... бабло какое-нибудь. А это вообще... А, и все, что ли? Ну. Но. Че, есть смелый? Кто смелый? На, нах, вот так тебе. Ты там герой, что ли, еще нашелся? Ты? Ну. Давай, ну чё, чё ты? А, это чё ты там, капуэра, что ли, решил там потанцевать, что ли, захотел, блядь? Ну иди потанцуй. Я пока тут это... вот. Да ну вас нахуй, там еще какой-то полудурок, блядь. Я лучше пойду с этим, который там капуэра танцует, блядь. Пообщаюсь, чем с тобой. Все. Так, зачем мне отданем фонарь? Так, мне сперва надо понять. А, вон. А это же этот, да? То есть, который любит кидать там камушки. Да? Это ты тут камни любишь кидать? Ну, с тобой это все понятно. Патроны. Ну-ка.
А подожди, а кто в него кидается? А? Башку подними свою тупую. Слышишь, блядь? С тобой так как бы все это просто вот так. Бля, мне вот просто интересно, кто там кидается в него. То сейчас убью, а... Еще патроны есть, да? Ну все, он без шлема остался. Все, я его прикончил. Только кто в него кидался, для меня так и осталось загадкой. А, понятно. Я так и знал, что какая-то тварина. Падла какая-то. Что, дурак, что ли, блядь? Ты не видишь, что у меня винтовка? Ебать, с томагавком против винтовки попер снайперской. Логика пиздец, блядь. Нет, понятно, зомби, они уже нихера не соображают. Ну ты-то вроде это, а? Ты-то вроде должен был соображать-то, дурень. А, это не ты. Где ты тут, дурик? Великолепный охотничий мачете. Да, мачете. Так, давай уберем. Ну, точнее, вот так уберем. Найдите, сколько время-то? 9:37. Ёб твою, это еще... Сколько ж времени мне еще тут надо тусоваться? Чтобы... Давай хоть поймем, куда нам надо будет щемить ночью, потому что там в потьмах придется бежать среди этих, среди тьмы зомбаков всяких разных. Поэтому мне надо хоть понимать маршрут, как я буду щемить. Так, а здесь есть, получается, канат, да? Канат, по которому я смогу спуститься. Только нужно добежать до фонаря. Так, вот здесь мы поставим сейчас точку. Ну, чё, герой? Сука. Ёпта, тебя уже двоечку пропустил. Охереть он. Двоечку прям. Так, вот здесь мы ставим отметку, что нам надо будет бежать сюда, к столбу. Ты что ли мне еще хотел, что ли, тут двоечку прописать? Хера ты деловой, ну. Сейчас ты вообще... Бессмертные, сука. Так, да. Так, а тут Blue Woon сидит. А тут Blue Woon там есть, да? Ну-ка, а здесь есть? О, смотри-ка. Тут какой-то подвальчик. Катакомбочки. Хер его знает, как там. Туда, конечно, попасть. Но тут... Тут что-то куда-то есть какой-то движ. О! Статуя Танька. Статуэтка. Так, вот где бы... Вот здесь бы, знаете что? Вот здесь бы спальный мешок не помешал. То есть вот здесь поспать бы... Прям мешок бы вообще не помешал. Так, а это выход, получается, это... Откуда выход-то? Там еще в этом старом городе, или какой там, в трущобах старый город. Старый город, это я сейчас в старом городе. В трущобах там спуститься в канализацию. А зачем мне в канализацию спускаться? А? То есть я не вижу ни одной логической причины, да? То есть давай-ка спустимся, просто я маленько память освежу, что там это за канализация, это антенна, ты веруешь? А чё такая мелодия-то страшная была? Подожди, это, наверное, канализация, которая ведет
Ведет к антенне, да, наверное? Или... Ну да, это вот это. Это которая к антенне там. А мне разве к антенне надо? Я там все сделал. Не, давай нахер. Ни в какую не пойдем. Мы там ни в какие... Ни до каких антенн не это. Не пойдем мы до антенн. Так, мы просто вот сейчас тут... ну наверх я ходил. Вот, меня не заинтересовало вверх. Меня вот интересует сюда. И здесь что? А здесь ничего, выхода нет. Выхода нет. Ну, ладно, я уже статуэтку нашел, в принципе, и то уже, да? Можно сказать, достижение. Нашел статуэтку. Так, сейчас мне... А интересно, здесь этот... Блин, прикольно, водичка так плещется. А, так, этот... Рыгун, блювун. Где ты тут, чтоб тебя щелкнуть можно было? А, вон он ты. Так, где-то еще тут пердят они. Я просто ш... интересно, если... Так, давай мы тогда сперва вот этого выхлестнем. Потом, а потом вот этого. Жаба позорная. О, а ты что, еще живой? А ты там как оказался? Сука, сколько у вас тут тварей? Жаба-то... Может, это может... Не, нихера. Нихера. О. Здесь есть куда проход? Хер-то там. Так, а там что у нас? Под водой. Не, ну в принципе я смогу, если что, спасаться под водой. Вот сюда вот. Убежать, занырнуть. И меня никто не найдет. Ну, я про тех там гамадрилов, которые там могут меня найти. Вот я про них. Че ты схватился-то? Прыгай дальше. А здесь что-нибудь есть прикольное? Сразу так и не скажешь. Что-то. Так сразу и не понять, что там прикольное есть, нет. Тут чутья нету, как в Ведьмаке там зажал, и там тебе понятно, что там какая-нибудь это есть фиговина. Так, палаточка, палаточный город, ларек. Ларек, блядь, палаточный, ага. Кемпинг, ё-моё. Ух ты. Еще и сундучок трудненький какой-то там. Ну, тут точно миллион лежит. Долларов США, да? Косторез и мешочек. Не, это херня. А где зомби отсюда выползают? И чё, чё, никого нету-то? Даже как-то неинтересно. Давай уже ловкости прокачивай себе. Ядовитый лишайник. Ах, так, ну чё, я, наверное, думаю это. Сейчас сколько время только? Ты где меня нашла-то?
А что там еще кто-то? Или это ты там? Твоя горящая задница. Время сколько? Только 11-12 часов. Это мне еще ждать? Пиндец, как долго. Когда он там? О, подожди, а здесь Райса Бугаи там, да, были, по-моему? Ого, а чё их так много, слушай? Смотри-ка, их там как много. Райса уже нет. Сука, тут сохраниться-то нельзя, да? Так, а чё? Так, давай-ка мы... Ах, хули мы. Тактика галактика. Очкуны только так и поступают. Вот так вот. Вот так вот. Ты дурак, что ли? Ты зачем стреляешь? Ты мне скажи, ты нахера стреляешь? Так, а сколько вас осталось-то там? Один нейтральный и один какой-то злой там, да, остался? А вот он ты. Спасибо. Так, и один вон там прячется, да? Сука, не долетело. А у меня больше патронов нету, поняли? А там еще три тела. А там, между прочим, еще три тела с автоматами. И мне надо как-то их теперь замесить. Че мы? Коктейлем Молотова, думаешь? Да? Ну, раз коктейль Молотова, так коктейль Молотова давай, чё бы и нет. Не, мне вот это, конечно, которая там двери ломает, выносит, мне она прям напрягает и очень сильно. Так, а где? А, так там зомбаки. Ах ты, сука. Тварина, давай-ка я присяду, может, целкость так увеличится. Так, я туда шмальнул. Так, и там еще... Подожди, там зомбаки или кто там? Я не понимаю. Ёб твою мать. А вы-то откуда взялись, дурачки, блин? А, вы-то откуда взялись? Слышите? Вы это прекращаете. Вы это там прям... Я вам настоятельно рекомендую это прекратить. Так, мне надо собрать патроны, по крайней мере. А что ты мне пишешь, инвентарь заполнил? Почему? А, то есть, ну и там Раиса, оказывается, эти. Это Раиса там, эти бандюгосы. Это этот со стрелой в голове, что ли, там стоит? Давай мы тогда...
Вот так сделаем. Не, не, стрелу отдай мне. Пожалуйста. Вот и все. Коктейль, по-моему, этого решает. Так, подожди, а теперь у нас будет решать снайперская винтовка. Сейчас мы садимся, берем прицел. Все. А где еще? Где еще? Слышь, ты куда сбежал? А? Я за тобой сейчас что тут, блядь? О, что-то 4500 за что-то дали. Стрела. Все, я пошел отсюда. Я пошел отсюда. Ловкость наконец-то лапнул. Сволочь. Наконец-то лапнул ловкость. Так, а где здесь вход-то в эту хибару? Сейчас бы вспомнить. Вот сюда, если бахнуться, то можно что-нибудь и это найти там. Да? Давай упадем. Ох. Че, я надеюсь, вот, че, ради троса силового кабеля, да, я прыгал сюда. Ну, че ж поделать. Ради кабеля, так ради кабеля. А здесь нету, все дальше. По лесенке залезть. По лесенке не залезть. А, ну, у этих я могу, по крайней мере, поспать там, да? Байрам. А, это испытание. Нет. А, подожди, тут же барыга есть. Так, вот барыга. Двухстволка. 13 тысяч стоит. Но у меня есть двухстволка. Только у меня не это. Не фиолетовая, конечно, но... Все равно двухстволка. Да не, все, спасибо. Че ты говоришь, 24 раз? Че там, типа, дважды в жопу или что-то там сказал? Давай до вечера. А, подожди, у меня же уровень я апнул. Навыки, я ловкость апнул. Че теперь я могу сделать? Ваше тело становится крепче, вы восстанавливаете здоровье на более высоком уровне. Ну, это хорошо. Отместка оглушает кусаку на 3 секунды. Отместка оглушает кусаку на 3 секунды. Ну, как бы тоже заебись, только кто из них. Удар в прыжке наносит больший урон. Хороший вопрос, да? Короче, я вот это возьму. Типа я здоровее становлюсь. Типа ХП, да, у меня там. Так, давай, ждем вечера. Мы ждем вечера. Все, мы дождались вечера. А теперь, ребята, пожелайте мне удачи. Теперь сейчас будет просто... Пиндос полнейший. Пиндос, пиздос и попадос. Вот так. Потому что я не вижу даже просто куда, понять, бежать. Ёб твою хири. Бога душу. Налево. Я просто даже не вижу, куда бежать. А, вот еще я так вот ёбнулся. Так, подожди, стопешка. А чё ты, перемотайся, ёптать. Давай, перематывайся. Так, тут я чувствую... А.
Почему кошка-то не сработала? Ну все, я... Сука, у меня просто слов нету. Просто долбоебизм какой-то. Просто какой-то долбанный долбоебизм. Прикинь. Сука, все, добежать, все, вот. Вот там, типа, ты уже все, блядь, практически здесь. Нет, сука, надо было разбиться, убиться, умотаться там в кашу. В кашу, в какашечку. Так, это, по-моему, просто гамадрил ходит, да? То есть, это просто ходит гамадрил какой-то там. Это не тот гамадрил, который нам сильно страшен там. Или опасен там, да? Да, блядь, беги ты, что ты, ты съебался своими тормозами, ёптать. Вон он твой. Надеюсь, это вот, надеюсь, вот эта вот херня, блядь, флуоресцентная, которая мне нужна. Это, да? Вот это? Блядь, грибы флюор. Вот это? Ну так-то нихуя сложного, по сути, это чё? Вот, добежал. Собрал. Все. А, все. То есть 6, да? То есть больше 6? А, я удивляюсь, что не работает кошка, а у меня стоит это, сука. Снадобье. У меня просто стоит снадобье какое-то там. А я удивляюсь, что у меня кошка не работает. Так, а теперь скотобаза. А это что такое красивое? Грибы, что ли? Цветы? Что это такое? А, точняк флуоресцентная. Так, ну пока мне жопу там никто не дышит. Я это... пособираю. А, слушай, а давай мы ради разнообразия, ну, так, просто по приколу, попробуем все-таки не пиздануться, когда цепляемся. А? Как тебе такая идея, слышишь? Как-то там крейн, да, там. То есть, давай проверим. Так, вон мне до туда надо бежать. И все. Блять, нахуй ты эту лопату? Аллилуйя, ты даже не сдох, понял? Ты здесь, потому что я ждал тебя. Да нет, ты ждал меня, потому что я здесь. Вот травы. Положи стебли в жаровню и начнем сеанс. То есть ты сейчас мне расскажи про то, что нужно будет с Раисом встретиться еще. В жаровню, вот сюда. Давай. Награда. И чё? И что теперь? Не надо слов. Восход солнца приведет тебя к фонтану рыдающей крови. К месту множества языков. Следуй за красным следом, чтобы просветиться. Под ложной девяткой. Тень короля самозванца будет ждать тебя. Короля, с которым тебе предстоит сразиться. Ты знаешь, кто он и в чем его слабости. Когда придет время, ты отберешь у него корону или умрешь. Логично. Слушай, ясновидящий, а ты не видишь, что я уже этому королю, блядь, навалял? А? Вот ты не видишь, что я ему навалял уже? Или ты про кого мне сейчас рассказываешь вообще? Про какого короля? То есть, кого я там должен отметелить-то еще? М? А сколько мне тут очков уже? Уже 4400 полагается, ого. Да я там прям это, тут вот еще зона небезопасная, здесь небезопасная. Где-то есть еще какие-нибудь тут квесты, сюжеточка такая? А, ну вот тут кто-то со мной тоже хочет побазарить, по-моему, да? А, нет, это мне кажется... Никто. Никто не хочет со мной больше разговаривать. Эх. Эх, жалько. Жальку, конечно. Так, я сейчас что где-то хожусь. Следуй подсказками с пророчества. А тут, подожди.
Ну-ка, и что там за подсказки из пророчества? И что там они подсказывают мне? То есть вот сюда. То есть мне надо через весь город туда пробежать, что ли, ночью? Ты дурак? Иди-ка ты нахер, дурак. Не, я, конечно, это... Маленечко-то там с причудами там, да, но я ж не ебанько посреди ночи бежать через весь город за подсказкой, когда не вижу практически ни хера. Блин, у меня скоро сломается это. Так, а вот лук рейнджера, он стреляет 400. А сколько арбалет стреляет? Давай сделаем, я ж могу его создать, да? Давай посмотрим. Или я уже создавал арбалет, уже забыл, что он у меня там есть. Инвентарь, сколько порыв ветра? 500. Спрашивается, зачем тебе желтый лук? А он 500 стреляет, да? И этот 500. Только у этого точность сотка, а у этого точность 0. Стреляют одинаково. Ну, как говорится, если стреляют одинаково, то смысл платить больше, да? Смысл платить больше. Блин, у тебя это херовина уже. Надо починить. Надо починить, потому что сейчас, если кому-то в жбан придется впихнуть, то и... Так, здесь, подожди, здесь... Где чел? Наверху где-то. Послушай меня, сынок, слушай внимательно. Ты думаешь, это кусаки? А, ты это мне сейчас там типа про людей, там типа люди опаснее кусак там стали, да? Да. О, а ты куда там грохнулся? А, еще и живой остался. Ёлки-палки, блин. Еще и живой остался. Послушай-ка меня внимательно. Ты думаешь, кусаки опасны? Ну, я как бы думаю, что они опасны. Даже что мне думать, что я знаю, что они опасны. Вон, видишь, один бежит. Такой не опасный ни хера вообще там, да? Вон. Ох, водичка. Водичка. А, я же по стенам теперь могу бегать. Только ты, сука, ты меня догоняешь, да? Ну, погнали тогда на перегонки. Погнали. Погнали, давай. Давай, называется, догони меня. Опа. Ну что? Где вы там? Бабки кряхтящие. Все, я вот здесь. И что мне здесь надо? Что мне здесь надо? Следуйте за подсказками из пророчества. Что ты там под ложной девяткой какой-то там? Вот, что ты мне там нес? Я пророчество-то твое не слушал. Ты там мне что-то про короля там какого-то. Там под ложной девяткой там кто-то. Что-то, как это понимать-то? Хотель, номер, что? Что такое? То есть кого? Мне вот куда-то сюда надо зайти? Вот в эту карантинную зону или что? Что за... Следуйте за подсказками из пророчества. Следуйте подсказкам. Ну, блин, ну... То есть это вот... Подсказка это вот здесь? Это что? Это ресторан «Три луны». И что мне надо? То есть в этом ресторане, что ли? Что тут? Что-то мне кажется, ты меня на это обманываешь.
В ресторане там какие-то подсказки. Три луны. 7500 награда. А нет, смотри, вот что-то желтым тут показывается. Да, так, надо Е нажать, чтобы принять. Я принял, конечно, все. Так. Ресторан. Ресторан Три луны. А, ну это же вот это, да, то есть... А, чё я, блядь, А, нет, ну подожди, ты вот... И что? Не, ну ты же вот горишь желтым, да, то есть... Подожди, ну а почему ты-то желтым горишь? Вот ты, что ли, тут? У тебя какая подсказка, нет? Нет, у тебя нихуя нет. А. И чё? То есть... А, подожди, ты же... Чё ты бредишь-то, ёптать? В самом-то деле... А, не, стой, подожди. Я пришел от седа, да? От седа, седа. Потом вот сюда до соседа. Не тупи, ёптать, Витя, не тупи. Давай, мы сейчас берем вот эту. Сейчас тут... О, спасибо, блядь, заложили. Сейчас тут эти... Ну вы где, ё-моё? Чё не выбегаете-то? Мне тут с вами вплотную, что ли, блядь, подойти надо? А? А подожди, ну тут же... Хм. Не, ну я-то помню все вот эти вот... Тут этот щемится, ломится. Сюда вот в толкан надо зайти. Ой, подожди, не в этот. Так, вот здесь же, да, ты? Чумной, ёптать. Или чумная. Но. Чё за прикол-то, блядь, в этих... В карантинных зонах. Искать кого-то, блин. Вообще не камильфо. А еще там этот... Сопля будет сейчас. Кричащая, блин. Так, давай мы сейчас сделаем вот так вот. Подожди, может, если я ебану сперва туда бутылку, может, ты сдохнешь раньше, чем это? Нет, сука, живучий. Ладно. Ну-ка, давай посмотрим, что. Если... Потому что я помню, когда вот эти штуки открывал, здесь нихуя полезного не падало. Пощадный топорик, всякое говнище там, да? Так, а я тебе... Смотри-ка, я... Знаешь, что самое интересное? Я не вижу его, пока не открою дверь. Вот в чем прикол-то, видишь? То есть... Я могу... Только... Открыв дверь, его увидеть. Yeah.
Да ёб, ты косой, что ли, пиздец, валенок? Как так можно-то, блядь? Ну вот тебе и пригодились вот эти штуки. Я просто не понял, я надеюсь, я не зря сюда зашел. Это, ну, это реально, то есть вот надо было здесь за подсказками следовать, да? Или это просто я попутал? Так. Короче, давай, восход солнца приведет меня к фонтану крови, там, где говорят на разных языках. Следуй красному следу, чтобы обрести знания. Ложная девятка, тень самозванного короля, с которым я должен сразиться. Короче, восход, какая-то еще там. Тень короля. А, подожди, тень короля. Тень короля. Не закрыть тебя. Кто здесь король? А кто здесь король? Я ухожу от вас, вы мне неприятны, молодые люди. Так, эти дерутся. Тень короля. Следуй по красному. А вот фонтан крови, смотри-ка. Вот фонтан крови. Фонтан плачущей крови. Это должно быть он. И что? И что мне надо в нем взять, сделать? Место множества языков. В гостинице всегда много иностранцев. Возможно, это здесь. А что ты еще хотел сказать? А, гостиница, да? Так, смотри, эти пока дерутся там, да? Эти пока дерутся. Ох ты, нихера ты мне, блядь, втащил. Ты что там, сука? Профессиональный боксер, что ли? Хера ты мне втащил, ёптать, я ж это... Я даже не ожидал. Так, я знаешь, что я хочу сделать? Я хочу, пока эти дерутся... Дерутся. А, нет, то есть ты... Ты по-другому, да, считаешь? То есть ты Ты считаешь вот так, что я... Не могу взять, типа... Ваше добро, пока вы там сражаетесь, да? Чё ты сказал? Блять, столько патронов на тебя перевел. Йо, ты мазафака, да? Чё он говорит, я тебя на фарш пущу? О, он там, герой такой, смотри. У него что, золотой этот, мачете? Или мне показалось, что у него золотой мачете? Ну-ка, стой, подожди, а это...
Старый город, помещение, тень короля, фонтан крови. А вот и красный след, либо из хаки сновидущий. Похоже, девятка похожа на номер на двери. Девятка. Тяжелый колун. А мне зачем тяжелый колун, если у меня есть свой нормальный? Давай, конечно, в мусорке мы обязательно пороемся, как мы этого. Как же нам не порыться-то в мусорке? Откройте, закрыть, да. Найдите номер 9. А он же там сказал подложной девяткой. Это же подложной девяткой было сказано. А ложная девятка — это, скорее всего, шестерка. Понятно? Ох ты, сколько карт ключей. Надо все собрать. Они, может, и не пригодятся, но... Зачем им тут лежать, да? Так, а чё это? Лифт не работает. Лифт не работает. Давай мы сейчас сходим в подвал. А так, тут прохода нету, да? Ну, по крайней мере, я узнал, что там нету прохода, и потом не надо будет сюда там, типа, идти. Прохода нет. А, блин, тут же это... Тут же сохранялки-то нету. Тут F5 не нажмешь, чтобы сохраниться. Здесь хардкор. Куда, налево, направо? Давай идем налево. Пошли налево. Это тут что, все что ли? Суки. Вы там пока погорите, а я потом к вам подойду попозже чуть. Опа-на. Вот это страсти здесь происходили. Так, а может, я здесь какую статую еще найду? Статуэтка. Ну, тут же может быть. Так. Че, у меня от этой нету карты, да? От 101-го. От 101-го нету. Так, а вы здесь что? Вы что, не все сдохли? Даже твоим телом ту дверь не вынес. Там кто-то есть. Повесился чувак. А этот что, сторчался? Сколько шприцов, да? Охереть. Он выбрал смерть от наркоты, от передоза, нежели от зомби. Ну, как бы трудно его это. Так, давай на всякий случай закроем, чтоб ты там. 105-й, давай. Сколько у вас плазмочка? FTW. Нету здесь ничего интересного. Здесь более-менее приличная, чистая. А еще и лифт туда можно открыть. 107-й последний. А вот 106-й. Так, тут некуда.
деваха какая-то лежит. Эх, сколько людей погибло. Как хорошо, что мы их всех спасли, да? Ну, не всех, а то есть все, мы же прошли игру, типа мы герои. Записка, ну все, хоть записку нашел. Блядь, там опять у меня записок накопилось. Читать их. Так, а как я там читал-то вообще записки эти? А, чертежи, навыки. Вот, записка, то есть один. Так, страница один, флаги. Чё? Флагов здесь 30 штук есть, статуй 100. Обалдеть. Так, давай записка. Записка там была какая? 27. Вот, типа новенькая показывает, да? Давай посмотрим. Ребят, я вот так вот протяну помедленно. Я сам читать не буду. Кому-то, если интересно, вот вы читайте. Я что-то это не хочу читать. Вот, в общем, еще разочек я протягиваю вот так аккуратненько, да, там медленно. Вот, в общем, читайте. Так, давай еще какая есть новая. Никаких. А, подожди, там, по-моему, какая еще показывалась-то новая, как новая. А, это просто там, да? А карточку. Можно ж карточку использовать. Охренеть, тут, представляете, тут сколько там? 100 статуэток? 100 статуэток, это же просто очешуеть. 100 статуй. 30 флагов. Я только 18 нашел. Я только нашел... Не, я не буду этой херней заниматься, то есть искать 100 статуй. Просто и 30 флагов там, да? Я один-то флаг нашел только потому, что это... Смотрел, где он... Его найти можно было. То есть я знал, где его найти можно было. А если бы не знал, я бы его хер нашел. А еще там эти... А, ну тут все, да? Балабас. Недолго музыка играла. Ну тогда сюда. Открывай, ёптать. Давай, открывай сейчас. Сейчас вот этих вот мочканем. Чё ты? Жопу готов. Иди нахер. Лежать. Все. Как вы меня уже достали. А ты чё тут? Развалился. Нахер лучше с фонариком ходить. Че здесь опять засранная какая-то уборная, да? Все, хер с тобой. Нужна девятка, ну конечно. 207. А вот и 209. 206, да? Че? Ну слушай, я-то... Правильно предположил, да, что ложная девятка это шестерка. То есть, подожди, я что, вот за вот этим сюда пришел? То есть я за вот этим пришел? Ух ты. Че? Это была комната Райса. Он, должно быть, устроил здесь штаб, когда началась эпидемия. Не, подожди, я что, за пистолетом только сюда пришел? Вы серьезно? Что, я ни фотки, ни документы, ничего не... Что? Что? Не, я этот квест проходил, просто я смутно помню, что тут... Чем там все закончилось и как это у меня там закончилось. Что за песик-то вы мне хоть... Пистолет Раиса.
Раиса 379. А ты сильнее, чем те пукалки, или нет, или такая же говнище? Так, разобрать. Да, разобрать. Или такой же. Ну, по крайней мере, ты у нас это. Оранже. О. Патрон. А, инвентарь заполнен. Подожди, инвентарь чего заполнен? Пистолет заполнен. Так, у меня, по крайней мере, клетволом. А, ну да. Не, ну так-то пестик прикольный. Прикольно. Это Desert Eagle, да, походу? Тут нельзя его посмотреть. Так, ну и что, исследуйте зону карантина. Стоп, я что-то не понял. То есть все, что ли? Это все? Мне теперь надо только зону карантина исследовать? Да я был в трех лунах. В трех лунах или в три луны там, или... В общем, я был у вас. Что вам от меня еще надо? Так, Эль, задание. Ну, тут эти. Как бы эти. Эти те. И эти те. Так, знаешь, куда мы сейчас подадимся? Ты вообще ни за что вот сейчас не догадаешься, куда мы подадимся, понятно? Ну да, то есть... Можешь предположить, конечно, попытаться, куда мы подадимся. Так. Вот так. Живет Америка с Европой. Вот, ну как мы прям... Фонарь-то выключи, блин, дурачок. Вот сюда мы и подадимся. Да, все верно. Мы сейчас щеманемся в трущобы. В трущобы. В трущобы. Вот куда мы сейчас щеманемся. Так, сюда. Так, туда мне не надо. Мне надо к барыге. Что ты сказал? Сорян, я не понял, что ты там сказал. Давай мы продадим беспощадный топорик за две. Так, а у меня стоп, этот 631, это 586, да? А, так, 679. А, это подожди, это наверное двуручная, да, херня? Так, ну вот это мы продаем. А, это продаем, это продаем. И все пока, да? А, эту я не буду снайперку продавать. А где здесь мой тайник? Так, я в тайник уберу клятволом. И пока что все, да? Огнестрел мне больше нравится с огнестрелом бегать, нежели... Нежели без огнестрела. Ну, все логично, да, то есть получается. Так, пробел. Пробел. Да, я возле тебя. Сейчас мы как раз сдадим эти. Сдадим наборы, которые. А, ну продавать-то мне нечего, я уже там уже все, что можно было, продал. Сейчас мы вот этому сдадим наборы ЧС. Сколько дашь за них? 95 тысяч дал. Охереть. Вот это да. Вот это да. Чё тут? Прям 4 тысячи, прикинь, еще. Так, чё мы тут? А, вот это. Усилители. Ну, усилители я в последний момент вкачаю, потому что я усилителями практически не пользуюсь. То есть мне осталось-то вообще маленько. Раз, два, три, и все, я 25-го левла. Так, здесь.
Здесь нечего взять. Здесь нечего взять. Короче, вот этот чувак хочет, чтобы я его сопроводил. Он там червей копает. Но хер-то ему. А не сопроводить. Это кто? Это прототип? Это Крейна, да? С автоматом стоит, чувак. Знаешь, что я хочу попробовать? Я хочу попробовать посмотреть, как она дамажит пистолет. Я только раз стрельнул. Ты автоматически, что ли, или что? Ты чё? Ёп твою. А ты зачем? Ёлы-палы, так ты это... Он, короче, по 3 патрона выпускает сразу. То есть ты разок нажимаешь. Прикольный пистолет, интересно. Так, знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы как настоящие сыкуны спрячемся сейчас вот здесь. Бахнем бинтик. И посмотрим, что же я могу с пистолетом сотворить-то вообще. Из пистолета я могу что-нибудь своять, сотворить, сделать. Я могу сделать экспалибур, прикиньте. Но у него уже урон ни о чемский. 321 вообще не. Прочность вообще пятерочка там. Два удара и все там. Бомбу Курта можно сделать. Не, меня интересует, я могу что-то с пистолета сделать. Так. А, доступный показываешь чертежи. Доступно. Чё ты показываешь мне? Ключ. Чертежи, ключ. Оружие. А, подожди, есть В смысле бесшумный. Набор реквизиций, то есть, подожди, 5. Бесшумный? Подожди, бесшумно это с глушителем, что ли, будет? Подожди-ка. Сука, да я прям в 3 луны сейчас опять сбегаю, если там... Так, мне нужно... У меня есть немецкий пистолет, поняли? У меня есть немецкий пистолет. Так, стопы, я беру сразу немецкий пистолет. Так, па-па-па-па-па. Ну, сука, я сейчас сбегаю опять в 3 луны, там пара минут. А, ну, мне просто интересно, понятно? Мне прям сейчас просто интересно стало. А, так, давай посмотрим. Исследуй зону карантина. Да нет, подожди, 3 луны, 3 луны, где? Ну, так, а хотя подожди, чё я? Ты же мне пишешь там, да? Это же есть 3 луны ресторан. Сколько там до тебя? Ну да, вон там ты и есть. Чё ты тут растерялся-то? Это вон там как раз он 3 луны и есть, там этот ресторанчик. А так, это не туда. Ну туда, не туда. Какая разница, блин. Давай скатимся, там уже это. Соебись. Вот это желание-то. Не, ну за бесшумный пистолет-то прямо это стоит. Конечно, а, подожди. Вот так вот, чё мы? Побежали. Мы сейчас бежим за бесшумным пистолетом, поняли? Мы сейчас бежим делать себе бесшумный пистолет. Ресторан 3 луны. Так, здесь мне надо взять мачете мое. Так, да, Е принять. А, нет, не та, вот это Е. Так, здесь мы сейчас берем вот это и в путь. Погнали. Блин. Сука, кого ты там пугаешь-то, блядь, а.
Погнали дальше. А, ёптыть. Так, стопэ. Да ты вставай, ёптыть. Зажало дверью его, блин. Да, так. Делает с людьми желание найти бесшумный пистолет-то сделать. Так, ну вот здесь надо. Так, здесь тогда мы берем дробовик вот этот. Так, ну все. Вряд ли ко мне больше кто-то там подлезет, там, да? Не, подожди, а как? Оружие. Вот мне, вот бесшумный американский пистолет, бесшумный немецкий пистолет. Смотри, я все, у нас все есть. Давай, давай сделаем. А набор реквизиций. Так, а что тогда за набор реквизиций? Я разве не собрал? А, это набор. А что за набор реквизиций тогда, блядь? И нахер я тогда. Подожди, значит, набор реквизиций это что-то другое. Это, по-моему, у этих дропается иногда с этих вот с бойцов Райса. По-моему, это иногда дропается с бойцов Райса эти наборы реквизиций. Ну, то есть, насколько я просто помню. Там, да. Эх. Ну, короче. А, или не с этих, не с... Не с Райса, а вот с этих. Люди, которые там на тебя нападают. Вроде с них, оттуда вроде дропается. Так, где башня-то, которая мне нужна была? Вот она. Сука, я огорчился, конечно. Ну, с другой стороны-то это... Мне ж, в принципе-то, никто и не говорил, да, что...
Это ж наборы ЧС, а я их с наборами реквизиции попутал. А так-то, слушайте, ну... В общем, у меня, значит, есть цель теперь это... Сделать наборы реквизиций. Ладно, все, на сегодня, короче, все. Будем заканчивать. Спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Ну и, естественно, пишите, какую бы хотели увидеть игрушку в моем прохождении. Все, ребят, до новых встреч. Всем пока.